Всем здравствуйте. Сегодня мы поговорим о вопросе, который всегда актуален, о вопросе безопасности, а именно о безопасности электропривода автоматической двери. К нам поступает множество обращений от клиентов по этой теме, и сегодня мы наглядно покажем, какими функциями безопасности обладает электропривод Крока. К нам в установочный центр приехал короткобазный микроавтобус Ford Transit. Его владелец разумно решил сберечь свою дверь и нервную систему и заказал установку электропривода Крока 202, который отличается наличием встроенного фонарика. Итак, правила безопасности ЕКО, а они действуют в том числе и в Российской Федерации, в частности, гласят: во-первых, при закрытии двери пассажир не должен получить травму или быть зажатый ей. То есть при закрытии двери дверь должна не просто прекратить свое движение при встрече с пассажиром или иным препятствием и остановиться, а именно полностью автоматически открыться, то есть должен сработать автооткат двери. Во-вторых, в случае возникновения аварийной ситуации дверь должна открыться легко, вручную, изнутри. Сейчас я вам это покажу. Нажимаем ручку, выдвигаем дверь из положения мертвой точки и открываем дверь. Можно выходить. А в незапертом положении должна открыться легко снаружи, вне зависимости от того, функционирует ли источник энергии или нет. Давайте посмотрим. Нажимаем ручку, щелчок, дверь открыта, проход свободен. Важным преимуществом привода Крока является то, что в его комплект входит привод замка, который надежно фиксирует дверь на штатный замок. В случае установки электропривода без привода замка штатный замок отключается, фиксируется в положении «всегда открыто» и, соответственно, перестает выполнять свою функцию. Это означает вмешательство в конструкцию автомобиля и напрямую влияет на безопасность. Правила дорожного движения запрещают эксплуатацию транспортного средства с неработающим дверным замком. Обеспечение безопасности пассажирских перевозок – это одно из приоритетных направлений деятельности нашей компании. Сегодня мы показали вам, что электропривод Крока соответствует требованиям правил безопасности, а наличие сертификата соответствия это подтверждает. Устанавливайте на свои автомобили безопасные, надежные электроприводы от компании «Адор». Всем спасибо за внимание, всем пока!